Мы дали много техник. Какие-то для вас очень простые. Я знаю людей, которым очень простая техника – карандаш, волшебный карандаш. И люди благодаря этой технике получают великолепные результаты. Казалось бы, вообще фигня какая. Вот. Есть техника через «я вижу, я слышу». Это шедевр, да? И через нее вы можете получить великолепные результаты, и люди тоже это получают. Но мир устроен таким образом. Если вы выберете для себя на сегодняшнем этапе вашей жизни сложную технику, вы быстро устанете, она вам надоест, вы забросите, и изменения будут сидеть и ждать, когда же вы где еще что нового найдете. Если вы выберете себе технику, которая вот простая, да, ой, стучи карандашом и стучи, да, просто чтобы вы это делали, потому как проверено десятилетиями, да, не год, два, десятилетиями на тысячах людей. Эти техники рабочие. И куда бы вы ни пошли выше, дальше и лучше, вы везде будете встречаться с двумя вещами: формулировка и умение и знание пункта один. Других вариантов я в мире не нашла. Если кто-то нашел, пожалуйста, пишите, будем счастливы узнать о новом.